А где ты такой пенек взял? С работы привез? Ты снимаешь, я без очков не вижу. Пенек? Да. В огороде у нас откопал. У нас же есть огород. Повезло, с пеньками сразу приобрели дома. Так, самоварчик. Дачу у тестя вспоминаю, когда вижу вот такой самовар. Тоже чай любил выпить? Да. Ага. Хороший у тебя человек, дай бог здоровья. Так, Марат уже аккуратно она снимает, походу. Взялась за старое. Друзья, всем привет, с вами Дискрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, руки мокрые, но ты в перчатках. Ха-ха-ха. И что? Скользкий тип, а? Чтоб ты был здоров. Вот что за погода стоит конец декабря? Я даже не знаю, но все для тебя. О, стихи в голове придумались, короче. Ребята, это тебе хорошо. А у меня же интегрировано сразу именно в лысину. Ёлки-ты-палки, Алина Маршал, целую ваши ручки. Ребята, Катенька, ты можешь стать как-нибудь так, чтобы солнце... А я вот тоже не знаю, это тебе надо как-то, о. Шикардос? Угу. Короче, какой новогодний стол без оливье? Правильно. Но мы сегодня приготовим винегрет. Два вида. У Марата был рецепт, а чего не исполнить, правильно? Тем более мы еще успеваем чая попить. А между прочим, кто-то делает и винегрет, и оливье на... Ребята, именно для вас, чтобы нам были здоровы, послушайте уважаемого человека. Ты что, мы вчера были в магазине? Не магазин, а сказка. Если ты не хочешь ходить, тебе никуда не надо, они сами привезут. А где я дел пакетик? Ладно, потом покажу. Две концепции, собственно говоря, салата винегрет. Один будет немного измененный, один практически классический. Просто овощи будут не вариться, а будут нарезаны в сыром виде и запекаться в гриле. В вашем случае духовочка. Все. Ты шо, век на лодке не кататься и не... Намного вкуснее, поверьте мне. Никогда. И легче нарезать. Что опять? Не, говори, я просто хотел уже, я понимаю, все, давай. О, слышишь, раз в году. Молчаливое видео? Вот просто глухонемое. Так это тебе помолчать надо. Вообще без проблем. Короче, ты озвучивай, я буду показывать. Вот эти шикарные овощи. Витамин Маркет? Витамин Маркет. Маратик, замечательный душевный магазин на Филатова 18. Ты показал номер телефона для заказа? Я показала. Уважаемые одесситы, все для вас. Под Новый год. Вам бегать не надо никуда вообще. Сидите дома, кушайте колбасу. Овощи, зелень, фрукты, подарочные корзины. Все привезут и будет вам счастье. Ребята с Херсона вот такие в Одессе образовались. Хотят весь город победить, понял? Чтоб возле каждой аптеки по два витаминных магазина было. Ну вот таких вот. И еще и сок там есть. Чтоб заглушить. Гранатовый. Ладно, оставь покоя. Что, я завожу? Эх ты, а чем? У меня их столько. Ну, давай я с этой начну. У нас овощей много, но мы сегодня будем готовить по 300 грамм каждой овощи на один салат, правильно? Да. Ёшкин кот. Марат, я, короче, начищаю. Ты нарезаешь таким кубиком, как надо. Ага. А дальше по-братски вдвоем пьем чай. Хорошо. Слушай, а у Сереги на привозе нет никакого гаджета, который сразу кубиком режет? Я думаю, обязательно есть. Ёшкин ты кот, номер телефона-то у меня есть, так я позвоню, узнаю. А, зачем тратить деньги на телефоне? У нас прямая связь с привозом. Да не, мы завтра пойдем и сами все узнаем. Ага. Маратик, там кидай на веса. Шо-шо? Кидай. Там тебе замечание сделали, что ты бабе Кате в прошлый раз не позвонил. Ё-моё, баба Катя прямо руками с этого, блин. Ты шо? Аж неудобно, баба Катя, извиняюсь, у неё вам два раза позвоню. В начале видео, в конце. Алло, баб Кать, почем осетрина? Та у меня, спросите, почем? Та бесплатно, елки-палки, носатая лежит. Ага, шо, мы готовим, короче, этот... вот то, что вы больше всего любите. Угу. С бурячком. Ой, та ты шо, еще тунца добавит. Короче, рыба такая есть замурская, да. Ну, не такая вкусная, как карась. Все, целую, мне некогда. Баб Катя, извините, елки-палки, совсем отшибло. Старый стал, говорю уже, ешкин ты кот. А, они вот так будут нарезаны и запекаться? Он тебе сказал в начале видео, сейчас на пергамент быстренько. Я могла уже... себе представить, что... Ты вот сейчас заморочился, потом только закинул все и зови гостей. Все, вообще делать нечего. Понимаешь, нарезать сырые овощи намного легче, чем вареные. Какой взять покрасивее? Блин. Марат, кто вас такому научил? Да я давно, я на салат оливье, картошку, вот самое трудное, ее же отваривают внутри, а потом ее вот надо нарезать. А это такой геморрой. Чуть-чуть переварил, чуть-чуть. Я ее бросаю прямо нарезанную в воду. Через 2 минуты после того, как закипит, даю туда ложечку уксуса. Угу. И у вас картошка никогда не разваривается. Через 3 минуты она готова, ровно 5 минут.
Серьезно? И картошка готова для оливье. Серьезно? Слышь, маэстро, что ж ты молчал, а мы с тобой за винегрет взялись? Надо было оливье шмалять. Мы сделали, мне кажется, нет, мы не делали. Нет, Марат. Значит, сделаем. Там у нас всего лишь 1000 видео на канале, блин, и не матом этого. А не, где? Там есть еще до тебя. Ты пока еще там по Израилю шандарахался, короче. Мы уже тут с оператором отжигали. Есть там оливье, я бомбил. Так, вот тебе еще один. Аккуратненько кусочек здесь вырежем. Взвесили? Марат, да. Ты пока там это кубизмом занимался, я уже и морковочку, и картошечку уже почти организовал. Что освобождает тару, потому что мне надо веса. Хотели по 300, получилось по 350 на порцию, правильно? Да. Да правильно, вот куда эти 50 грамм, ни туда, ни сюда, елки-палки. Это а ну-ка. На два салата получится, ребят. Вы уже все поняли? Да. А ну-ка, сколько здесь? Ты что, ровненько стоит? Еще одна морковочка нужна, да? Не дотянул, а ну плюс-минус. Андо? Да, андо. Все, шикардос. Есть такое дело. Шмаляй дальше. А ты сказал, что в этом салате будет что-то необыкновенное? Или все думают, елки-палки, что у вас там, буряк разного вида? Не, ребята, буряк один и тот же. База одинаковая практически. Чуть-чуть будет, как его, соус, которым будем заливать, разный. А что, еще и соус будет? В одном будет просто масло, в другом будет соус. Ё-моё. Мёд, я надеюсь, Василич, у тебя еще есть. Короче, а, Василич и мёд? Да. Я хотел сказать, что этот, горел сарай, гори и хата. Три салата приготовили. Раз ты фантазируешь, так и я туда же. Мариночка, ребята, ну ни один, как это новогодний стол и шикарная поляна не обходится без солений. Лучшие соления не будет с того слова. Люди уже в каком там третьем поколении занимаются одним и тем же. Идеально создают шедевры. Телефон Марины, почтой отправляет, ехает куда угодно. Ну такого вы точно нигде никогда. Я что хотел сказать, Марат? Так я тебе вообще не скажу, я тебе сразу покажу. А у нас в один рецепт будут эти огурчики или в два рецепта будут эти огурчики? В два рецепта и будут эти огурчики, тогда я не спрашиваю, а тебе говорю, что у нас в один рецепт пойдут огурчики. Катюша? Ну не руками же надо лезть, ну не ру... А чем? Ты что, необразованная? Комментарии не читаешь, елки-палки? Ну что ты делаешь? Вот за что я тебя люблю? Надо у бабы Кати спросить. Алло, баб Кать? Катька вредничает. Дурочка, елки-палки. Кошмар. Дай-ка мне еще один. Я чуть себе палец не отрезал, Катя. Марат, это просто очень вкусно. Это бесподобные арбузы. Марат, сегодня винегрет будет с двумя видами огурцов. Точнее, сегодня будет два винегрета с одним видом огурцов. Я тебя понял. Спасибо, Катенька. Спасибо, родная. Спасибо, любовь моя. А ты хотел, чтобы меня покрасили, чтобы я еще с тобой видео снимал, елки-палки. Так, еще одна картошечка небольшая, буквально вот такая. Просто ты со мной вчера поделился, что ты хочешь сделать. Я твой рецепт не наломала. Вот ты наломала так, как никто другой. Твое желание первее всунуть, вот побило все во мне чувства, елки-палки. Слушайте, это он мне говорит, Марат. Спустя 10 лет совместной жизни. Ну я же хотел, ну сразу людям красивенько открыть, ну показать задумку, елки-палки. Ну потом ныряй туда хоть с головой и ешь все эти... Шикарные арбузики, мне-то только надо были, блин, крышечки, ёшкин кот. Засунуться вот туда, помыкать, как вкусно, и все, в принципе. И что мне уже дальше говорить нечего. Что ты говоришь, Маратик? Давай, родненький, говори. Классно ты придумал. Тоже туда же. Нет, Марат, вы даже не знаете, что он придумал. Я тоже ему сказал, только я не сказал нашим телезрителям. Ребята. Дубль два. Простите ее, нет, дубль один. Я это специально вырезать не буду и покажу вот на все, что ты способна. Ой, да прям... Чтоб ты была здорова. Там и так уже все знают, на что я способна, не переживай. Уже все как родные. Смотри, ты вот это вот не ешь? Нет. Вот это вот не ешь? Нет. А в твоей породе должны были это есть. Смотри. Лошадиной ты хотел сказать? Ну а чей? Ты это ешь? Да. Вот это вот тебе. Спасибо. А вот это как раз надо мне. Я подумал, а почему, если у меня есть вот такие вот замечательные огрызочки. Шкурки,
Почему бы их не использовать вместо огурчиков, а? Маратик. Идеально. Ты думаешь, будет шикардос? Я думаю, будет просто. Я больше чем уверен, что никто никогда вообще такого, тем более. А тут тебе на. Так. Все. Так у нас получится вообще почти кардинально абсолютно разное. Что, Катюша? Доставай мне арбузики. На, родненькая моя, где твое корыто? Давайте я буду накидывать туда арбузиков. А ты прямо в рот. Надо было взять на базаре еще овса, вот это вот, полмешочка. И было бы самый раз. Все, вот так вот. Если ты думаешь, что ты меня вот этим вот обидеть сможешь, Сережа? Я знаю, что тебя вообще обидеть невозможно. То я тебе скажу, что ты заблуждаешься. Я все равно съем все арбузики. Кушай, кушай, моя родненькая. Ладно, если тебя обидеть невозможно, так я тебе сразу скажу, что я тебе на день рождения хотел подарить. Точнее, на Новый год. И что ж ты хотел мне на Новый год подарить? Корыться? Уздечку новую, кожаную, ручной работы. А что ты глаза так мне уверенно поднимаешь? Думал, ты стоило тут хочешь. Ай-яй-яй. Марат! Что, Катенька? А вам не стыдно так себя вести под стать ему? А что я, как я себя веду? Какое стоило такое, Марат? Ну да, декорации. А каких таких декораций? Я просто видел, там есть доски, все есть, где можно. Тогда я вам капканы поставлю. Так у меня есть ее туда, чем загонять, елки-палки. Ты понял, Маратик? Худыщ. Ой, Сережка, договоришься? Ой, да. Договоришься? Будет тебе и стойло, и овес, и корыца. Хлопцы кони. Дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. А я пойду в сад зеленый. Катю-катю погонять, Маруся. Раз, два, три. Ну где же девочка моя? Я пойду тебя шукать. Парарарай. Боже, чуть не завалил мою экибану. Своей огромной жопой. Ты мне это экибаны уже точно уже хорош уже, елки-палки. Ай, Марат, как красиво, как красиво. А ты специально эти штанишки напердолил? А? Не специально. Тебе мало было в том видео? Не специально, Катюшка. Ко мне и мой огород. Я хотел, да, сделать акцент на то, что вот так она меня одевает, ребята. Ну, извините. Тельняшка моя, жилетка, не помню, откуда взялась. Но вот штаны это ее. О-о-о! А ну-ка, Марат! Ёлки ты палки! Закипела водичка! Боже мой, как красиво! Катенька, беги за чашками красивыми, у нас уважаемые в гостях. Чай Любихова принеси. Это вот те, которые мне стоило предлагают поставить? Да. Так отсюда, брат, тебе и уважение. Сейчас что я ему принесу чашечку. Наш человек. Марат, отхватите и чашечку. Могу. Хорошо, идти? Я могу этот. Что ты можешь? Застилай, и сразу будем выкладывать. Все, 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 все. А я пока там займусь тем этим. А чем он будет застилать? Бумагой. Пергаментной. Я думала, ты вот тот коврик свой возьмешь. Один, второй, третий. Ну ты голова, елки-палки. А я и забыл, что у меня есть такое чудо. А сколько у меня их? Один. А остальные я что, подарил? Эх ты, Сережа, ну ничего. Не может быть, что один. Для друзей же не жалко. Марат, смотри. Идеально. Шикардос. А зачем тебе это планча? Вот. Или может быть вот так вот, вот сюда. Так, все, сюда. Все, давай этот вот сюда, а пергамент сюда. Потанцуем? Угу. Так. Стой. Да я не тороплюсь никуда. Подними. Водичка? Я предлагаю тебе все, что ты сделал, всю бумагу намочить. Не родненький, у нас тут яма выгребная. Закрывай крантик, ешкин ты кот. Так ты меня отвлек. Чем? Надо достаточно пару капель, не надо прям. Да все, можно, можно. Шуршал сильно тут, Сереженька. А что, вы перчатки напялили оба?
Ну, свекла, потому что. Ага, ручки боитесь замарать? Потому что от буряка руки пачкаются. Буряки. Так. Пачкают. А я пойду в сад зеленый. Надо слова вспомнить этой песни. Там тара-тара распрягать. Где угощали огурчиком? Миланька, начали. Миланьку? Да. Нет? Ты же ушла, мы думали, ты ее там покормишь по полной программе. Ням-ням? Нет? Не хочешь? Что же она там полчаса делала? Кормила ребенка. Дети супом. Не кормленные. А? А, кормленные? Супом ее кормила. Понятно. Она уже с патоньки хочет. Короче, ребята, извиняйте, у нас дети. Так, смотри, прямо закусь уже облагороженный. Так и будет, что один мы сделаем. Это именно цимис. Мариночка, а, там в мусорке лежат. Еще, наверное, никто никогда вашу продукцию вот так вот безотходно не использовал, как мы. Маленькие, тоненькие, прозрачные шкурочки остаются. Ты шо, оно такое вкусное? Я всегда, когда эти арбузы ем, вот мне именно хочется прямо именно с этим. Да, такой арбуз, что его можно вместе со шкуркой есть. Во-во-во. Да. Ты бачишь, какой рецепт в голове созрел у меня? Покажите хоть овощи свои. А, так может хоть чая заварим сразу? У меня же там елки-палки. Ты посмотри. Я специально одну чашку взял, Марат. Чтобы меня не поить. Наоборот, чтобы людей в комментариях похейтить. Не-не-не. Что было, порадовать. Что родник, это только тебе. А нам ничего не надо, понял? Ну вот ничего не надо. Все для тебя. Пей до дна. Любим. Еще один пакетик чая есть. Могу засунуть тебе. Но лучше по одному, потому что чай хороший. Ба-ба-ба-бам-ба-бам. А вы вот маслицем? Он тебе полуфабрикат. Ну, слегонца мажешь маслицами на маленьком да. легком огне. Чуть брызнули маслом, ребята. Как говорит, ребята, в вашем случае, Марат, не во всех случаях, у многих есть гриль. Ребята, 20 да. минут в духовочке то же самое. В духовочке 190-200. 20-25 минут вверх-вниз. Все, пар пошел, картошечка, ты посмотри. Елки-палки, мы же были на днях у Дениса в Гриликсе. Я забыл, что эти коврики раздарил. Надо было еще один наклянчить себе. Ну, не, по-братски попросить. Удивительно, что ты не наклянчил, Сережка. Так он же предлагал мне противень вот этот вот. О, вот как раз бы подошел. Блин, вот Марат я, елки-палки, ты что? Сейчас но он бы сюда вот... не влез бы. Да я бы всунул. У меня же молоток есть. Так, сейчас бы было... Марат, это была бы пицца, понимаешь? Три треугольника. Картошечка, морковочка и бурячок. Вот шикардос. Ладно, закрываю нашу духовочку, готовим дальше. Маратик, ты пей чай. Нарезай там огурчики. А, у нас же в одном будет это. Все, я все мы уже, у нас уже разные мисочки. Ридненькие. Все. Слышь, а что ты там шмаляешь? У тебя уже по граммовке больше, вот там, чем надо. Вот там, где будет тунец, вот туда положите вот эти огурчики. Арбузик. Арбузик, да. Короче, арбузик так будет с тунцом? Катенька. Да. Так и сделаем. Все, гай-гуй. А я пойду сейчас пока еще и ребенка укачаю. Какой молодец. Огурец. Неприятно отец мне огурец. Это слышать. Неприятно это слышать. Чего это? Потому что только я ее и укачиваю. Ну и нормально. Ну так а что ты мне хвалишь, если это для меня обыкновенное чудо? Просто я... Ладно, если я там когда-никогда там... Ладно, пойду укачаю. Я же постоянно ее с утра до вечера. Маленькую она, свою. Она уже знает, что папа. Сегодня же полдня сижу, вот это вас жду. Как полдня? Ну с 10 утра до 3 часов. Да, где-то полдня. И хожу с ней там... Слышь? Папа, мама. Нет, баба. Баба. Она ходит, короче, и мамкает. Я говорю, скажи папа. Я говорю, скажи папа. А мам? Я говорю, папа. Я там качаю, там хожу с ней, там и так невзначай, знаешь. Папа. Вот так вот. Смотри. Марат, ты видел в Инстаграме, какую красоту сделал? Да. Скажи папа. Фотографии попались хорошие, так я еще и... Скажи. Папа. Нет, там отдельно Миланька есть. А, Миланьку не видел отдельно. О, ты крестный тоже, ай-яй-яй. Я видел только там, где дети все взрослые. Как, они не взрослые, они у меня маленькие еще. Там, где просто много. Да, там все без Милани были. Все, я ушел убаюкивать ее. Так что, Марат... Она за... сидит. О, ребята, вы просили. Вот только для вас. Дарю тебе официальный микрофон. Снимайте видео. А что мы тут будем без тебя делать, я не могу понять. Я не знаю. Что?
попользовался микрофоном. И хватит. Что вы тут наснимали? Потом ничего. Монтаж покажет. Мы разговаривали. Вообще ничего? Ничего. Ты что? Какой ты умница. Столько людей тут ждало, чтобы у Марата был свой микрофон и как это... И отдельное без меня видео. Ничего не сняли? Нет. Эх вы. Короче, то уже убаюкал, елки-палки. Все. Туда-обратно. Так. Что? Добавляю. Так, эта баночка уже нам не нужна. Ну, у нас две миски. В одной огурцы, в другой арбуз. Туда по одной средней луковички. Эх ты, ешкин ты кот. Это все туда пойдет? Думаю, да. Давай. А я, можно я белый себе сюда? Пожалуйста. Ты знаешь, как тунец белый лук любит? Ну, давай. Не знал? Сейчас узнаешь. Короче, у нас здесь с тобой только буряк будет схожий. Батл. Не, почему? Морковка, буряк. Ну, морковка и картошка, да. В оба салата. Понятно. А цибулька такая же великолепная, беленькая. Это же вообще смачненько. Так. Она сладкая тоже. Да, сочная такая, что шикардос. Сейчас. Поскольку ты дал примерно луковицы? По одной? Среднюю одну, да. Вот такая, как у меня, и хватит, да? Да, даже может быть чуть-чуть многовато. Не, у меня не многовато в моем салате. Ты что, знаешь, как я люблю его? Тем более, я никогда не пробовал. С арбузом и с тунцом. Это же вообще шедевр. О, Марат, что там так шкварчит приятно. Как пахнет. О, это вообще... Рановато. А нельзя вот так вот подтянуть и посмотреть, что там? А что там? О, мягенькое. Ну, морковочка уже почти. Может, ну, бурячок подольше надо будет немножечко. Вы что, не можете хотя попасть? Он так порезан, все нормально. Катенька, представляешь, как а вот такой себе уже помочь не попадает. Помочь вам? Да. Катюня, подержи его руки. Он твердый, поэтому он не... Правильно. Поэтому не попадается. Да. Так и хорошо. А я слова вспомнил. Распрягайте, хлопці, коні, та лягайте спочивать, а я піду в сад зелений, в сад криниченьку копать. Маруся, раз, два, три, калина чорня, я дівчина, саду яду рвала. Чайок. Ну, можна і чайок. Хорошо. Это потому что под самовара так вкусно, угу. Да? Да это вообще незабываемо. Как там? И чашка красивая. Спасибо. Руслан подарил. И чай великолепно. С Израиля привез. А, так это же, как это, твой родненький еврейский фарфор, ёшкин ты кот. Говорит, у вас там где-то на барахолке оторвал. В Аждоте, в Ашкелоне суп, или... Суп пиш-пишим. Это в Яфу. Значит, в Яфу. Нам надо туда срочно. Собираемся. Пшишим. Да-да, он, конечно, не такой огромный, как староконочка здесь. В раз 40 меньше. Но колоритненький. Ну, наверное, есть что? Есть, есть, выбрать. Тоже так бабушки сидят. Серьезно, да? А по-любому из Одессы. Товар. Нет, ты знаешь, там в основном из Бухары. А что это? Это с Узбекистана. Не, я думал, что где-то район в Одессе есть такой, за который я не знаю. Так, ну все, файно. Что, осталось собрать? Мое любимое, Марат? Слушай, как красиво, обалдеть. А вы же соус хотели делать? Соус, ну, за 3 секунды делаем. Много, Сережка? Лука? Да. Лука много не бывает, по Сереже. Вот-вот, Марат. Я тоже люблю много. Чтоб хрустел, понимаешь? Он мне сегодня икру чучу сделал. Я бы такой же и зубчик чеснока и туда дал, но по рецепту... Нет, там просто икры было так вот пол ложечки. Ну, я смотрю, что... Нет, там пол луковички, ну, хорошее было. Но я подумал, что ее переводить, если я меленько нарежу, думаю, что она будет, когда есть, подумает, что это и корки лопаются. Нет, спалила. Позавтракала луком, короче, и поехала. Так, хорошо, слышишь, выбирай себе весло. Хо-хо-хо. По-братски, на, у тебя... Подлиннее у меня потолще. Зачем? А что, ты руками его мешать будешь? Еще рано. Да я уже хочу, ты посмотри, у меня даже красиво. Гони сюда буряк бегом, потому что мне не хватает. Так тебе ж тунец здесь будет. Так давай я уже хотя бы тунец сюда добавлю. Добавь. Сколько, две консервы? Я думаю, одной хватит. А что ты будешь давай, делать? Давай, я хочу посмотреть, что там внутри. Ну, я жижу сливаю? Конечно, все сливаю. Маруся, раз, два, три. И готово. Черняя. Ну вот такой вот, посмотри. А, ну, я думаю, полторы баночки пойдет.
А пол баночки мы съедим так. Карась заморский вот такой, ты понимаешь? Ну то гоняешь меня вот этот по два раза на рукомойник. А тебе полезно? А что у меня случилось? Ничего, просто зарядка. Чем больше человек двигается, тем... Зарядка для спины. Тем здоровее будет. Понимаешь? Мама так всегда говорила. Как-то не по-доброму ты меня... Это твои жарты, короче, что ты меня в Одессе держишь, делки-балки. А я не шучу ни капельки. Скажи. Я уже понял. Отсюда возьмешь себе закуси, сколько там надо. Что я хотел сказать? Мы что, когда по базарам ходим, я кого-то прошу за собой крюки тягать? Я же сам работаю. Хожу постоянно все время, приседаю, отжимаюсь, там что угодно делаю, елки-палки. Ты посмотри, сухарь, ты что? Не могу. А ты просто застаиваешься, когда мы в тот день, когда мы по базару не ходим, понимаешь? Так вот, чтобы ты не застаивался. Не, ну мне же больше за поговорить, мне же хочется, елки-палки, я же за людьми скучаю. Ну вот завтра выведу тебя на привоз. Слава Богу. Дождался. Ура. А мне еще надо пару елочек купить. В агромаркете. Маленьких. Ну то не пугай меня. Не. Маленькие дети просили, чтобы у каждого в комнате была своя, а они до весны постоят, а мы их потом в огород пересадим. Она же теперь может дарить настоящие подарки уже именно с корнем, не просто так вот понюхал и выбросил. О. Единственное плохо, что только эти елки не переживаются. Вот бы такую бы, ах ты. А есть такие, ты знаешь, в кадочках? Можно, кстати... С корнями? Да. Ну такие я не видел, что привозили. Попрактиковать, слушай. Слушай, ну тогда, если мы на каждый год... Вы же меня завтра берете с собой на прием? Обязательно, конечно. Ты что? Все, я детям вот эти елочки и подарю. Все. Я думал, все же я подарю детям. Ты что? Так мы тогда ради такого дела сегодня выходим на прием. Тем более, он электричка за нами уже подъезжает. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. А, это дети, короче, с этого. В лагерь вот в тот едут. Не-не, возвращаются. А, уже, да? Сейчас следующий набор пойдет. Горошек. Квасоля беленька. Смотрите, в классику идет горошек, а я хочу в классический положить именно квасолю, но ее надо промыть обязательно. С удовольствием. И лучше, если будет красная. У нас сегодня белая. Можно попробовать? Только пальцы свои туда не суй. Упаси Господи, Марат. Я уже в стойле, не переживайте, вы меня поставили, я стою. Дайте сразу. Будет теперь не полгода вспоминать, понимаешь? Год. Шикарная, Сереж, спасибо. Не, это вкусная квасоль. Сереж, да. А чем тебе этот столик не столик? Для чего? Для компьютера. Все, сэкономила на мне. Понимаешь? Нет, точно. А что? Все не надо, Серега. Все много будет. А ну дай посмотри, сколько там. Ну оно очень плотно набито. Полкило. Полкило. Ну я остальное съем. Так ты скажи, сколько? Почти, ну грамм 300, как 350. Взять надо будет, да? Да. Ее ж так затрамбовали. Не, я справлюсь. Все, Маратик, вот так вот. На. Да. Так, холодненькая, проточная, замечательная артезианочка. Ложкой? Топтать ложкой, да, могу. Две банки топить. А я все никак елку не могу нарядить. Чистичка, лучка и все. Елку, это надо нарядить. Представляете? Там уже люди ждут не рецепта, а именно как она елку нарядит. А она никак. А она вообще что-то не очень. Так, Марат, у меня уже слилось, дай-ка я сейчас в твой. Это в мой, да. В классический. Слушай, ну прямо я даже не знаю, что орех, да? Кедровый, елки-палки, да, ты что? Такая мелкая, но очень вкусная фасоль. Прям очень красивая. Маратик, весы нам уже не пригодятся? Нет. Я их просто в стороночку уберу. К себе можешь уже горошек положить. Раз такая. Могу. Тоже, тоже промыть. Ну так я ж с этими занимаюсь. И что, тоже 300 грамм? Или в свой я могу все полкило бахнуть? Не, полкило будет. Ладно. Катя ворует у меня посоль. Да дай с банки ту немытую. Ложечку надо. Я как утром луком позавтракала, там больше ничего и не кушала. Тебя что, тоже Света икрой кормила? Не, она это не мытая, она с этим соусом. Походу, я сегодня один нормально, елки-палки, харчо доел, я вылизывал тот казан. Вот ту сковородку, вот все, что где, короче, вот всю посуду, что перепачкала харчо,
вымакивал хлебом. Это бесподобно вкусно, надо будет еще неоднократно это готовить. Давай проверим. Шикарный соус. Очень вкусно, да. А давай-ка, родненький, я потыкаю. Потыкай. А с удовольствием. Подожди, что-то у меня какой-то был... Гаджет. Картошка, я думаю, уже готова. Это там в доме. Ладно, давай я этим. Что-то шикардос? Угу. Мурат, это, конечно, вы для меня ребята, сегодня... Ребята, вот попробуйте сделать вот так. И у вас салат, как мы, винегрет заиграет вообще по-другому, другими красками. А я хочу людям порекомендовать, ну, пергаментная бумага, ну, это дело хорошее, ну, взял и выкинул, понимаешь? А этот коврик неубиваемый, что мы на нем только не готовили, любые температуры сполоснул, и дальше он тебе пригодится. Еще раз, на, попробуй самую крупную, если она готова, так я уже с картошкой финиталя комедия сделаю. А нет, так? Еще чуть-чуть. Еще немножечко, да? Угу. Слушай, мне уже хочется попробовать, какой же он именно аромат печеный. А вот это? А что, это мешать не надо, это надо просто, ему нужна температура, этому продукту. Чуть-чуть покувыркаться в температуре, покупаться в замечательных термических лучах этого великолепного гриля. И все будет хорошо. Я думаю, что еще минут 7 и... И будем собирать, да? Все будет порядок. Как я думаю, минуты 3-4. И целостность продукта остается. Идеал, идеал. Что делать? Отдыхать? Это как-то непривычно. Что-то же надо делать. Давай споем. Какую там? Народную еврейскую? Что там? Не знаю, любую. Несесара воду, кором и слогнеться, не, вот эту, а за ней Абрамчик як барвину п'ється. П'ється. Сара моя, Сара, дай воды напиться. Позируй, пожалуйста, на ходу. Да. Не, а я вот эту бы хотела, чтобы, которую ты у Виталика пел, как-то там. Так... А болгарскую? Да. Ты помнишь как? Я думаю, можно горошка чуть-чуть добавить, если ты правильно помешал. Он уже спеть хотел, Марат. Нет, я не хотел петь, я же вижу, что туда надо весть. Когда я тебя уже научусь не слушать, елки-палки? Опа-ча. Ну что ты как этот? Ну я же понимаю, что его здесь надо, блин, елки-палки. Ну ты это, свои граммы, килограммы, ну это же будет вкусно. Сережа очень любит горошек. Конечно же. Просто масса больше из-за туны. Из-за тунца. Ну у тебя там квасоли, видишь, и цибуля дал нормально. Сейчас только бам-бам-бам и все. У-у-у, шедевр. Хочешь, мы можем соус сделать. Так тебе же Катя говорила. Давай. Давай. Что тебе надо, тазик? Маленький, самый маленький. А этот самый большой не хочешь? Нет. Ладно, давай. Николаич, ваш выход. Что туда пойдет? Там все просто. Лимон, горчица, мед. А масло? Нет, никакого масла. У нас не будет оливье маслом за. Это не оливье. Здесь будет масло. Здесь будет масло. Хотите, можем добавить чуть-чуть масла. А, понял, а я в стойле. Нет, так она сейчас думает, что да перестань, это уже не смешно. Уже ты только одна там ржешь в этом стойле, елки-палки. Коня тебе туда какого-то надо. Я хотел сказать, что этот. А ты реально меня с хорошей шутки сбила, елки, своим гигиканьем. Давай. Дави лимоны. Ой, ложечку чайную, не больше меда. Не накручивайте, как ты любишь. Надо какую-то... Горшочек надо. Глиняный. А где он? А какой мы думали под него придумать? Славик сказал, что сделает. Хорошо живет на свете Винни-Пух. Помнишь, так. С горшочком шел? Да. Нет, у нас дома мы переезжали, у нас глиняные, куда мы их привезли? Вот может тут использовать. Большие? Ребята с Ивано-Франковска нам передавали, помнишь? А, ну это маленькие, я где-то там в гараже. А Славик такие чашки сделал со сфинксами крутые. Я вчера видела в Инстаграм. Ложечку, да. Это ложечка, Марат, будет сейчас, пока она туда-сюда стечет. Угу. Все? А тазик не великоват у вас? Великоват. Нормально. Так, может, тебе венчик надо будет? Можно венчик, можно вилку, можно ложку. Да, Марат, ну если есть венчик, то елки-палки. Я могу там и пальцами продолжить этот выступление. Ну, есть же венчик. Будь любезен. Пальцами продолжи, Сережа. Все равно весь измазался. А, блин. Ну, вкусный же еще и полезный.
Крутите, Серега. С удовольствием. Ложечка, что? Горчичка, да? Угу. Один лимончик, Марат? Давай посмотрим. Я хочу посмотреть, сколько там получится. Думаю, что один даже хватит. Я думаю, ты как профессионал должен уже только в руки взять лимон и понимать, насколько он пригож. Я же поэтому и говорю, ты же понимаешь, насколько... Одного может вылиться, знаешь, сколько, а с другого может вообще ничего не вылиться. Ну, этот не самый сочный, потому что толстая шкурка и сам он по себе твердоват. Есть такие мягенькие, берешь, понимаешь, что там одна жижа внутри, елки-палки. Ложечка горчички, ребят. Чайная. Не забывайте, Марат, что дети будут кушать. Не будет капуста, не переживай. А я думал, не будут дети кушать. Так, без косточек. Мне кажется, очень даже прямо аж very good. Ну, по-моему, у тебя с косточками получилось. Как там по-немецки. Катя, сейчас не будем считать. 17, 18. Стой. Как мы считали когда-то. Ну, так я достану, это же ничего страшного. Так. Все, колопуцей. Чпунь. И будем пробовать. О, засосало. Надо было медок чуть-чуть разогреть. Ну, сейчас я его растяну. Обалдеть. А ты не хочешь? У меня есть там бальзамик такой-то вкусный, интересный такой. Ты знаешь, в принципе... Ну, к овощам прямо гармония сумасшедшая. Можно какой-то бальзамик. Я тебе просто покажу, а ты себе, короче... Чайную ложечку не больше. Смотри, у меня есть... терияки с ворчестерским соусом, а есть оцет бальзамический с модены. Вот это вот подойдет. Вустур здесь не нужен. Хорошо. Ну, я тебя прошу. Чайную ложечку. Ты понюхай, на, сам. Да натруси свои, как это. О, ты понял? Да ты профи хотел. Я только хотел сказать так, чисто подрочи бутылочку, а оно уже само тебя там наляло нормально. О, Марат. А что не размешался, Марат? Вот если... это? Дай попробую. Не делай акцент только на мед, потому что я его еще не совсем растянул. А все остальное ты уже увидишь. Митку добавить, да? Надо митку нет, добавить. Нет, митку не надо. Да, да я его растяну. Там же что? Только 50% оно расколопуцилось. Вкусно. Вкусно, да? Я вот за то, чтобы фантазировать. Помимо того, что рецепты и все... Же. Да ты их знаешь, и тебе, блин, грамм влево, грамм вправо. Нет, расстрел, елки-палки. Я люблю тоже экспериментировать, но есть рецепты, которые... Я ж много раз экспериментировал, и бывали неудачные случаи. Ну ничего. Я боюсь. А у меня... Тем более, что будут кушать дети, мама. А у меня всегда удачные, так я не боюсь. Тебе просто везет, Сережка. Я всегда хвалю твою стряпню. В 98 случаях из 100 у меня все нормально, но бывает. Я не услышал, что она там во мне это что? Я всегда хвалю твою стряпню. А, я колопузал, думаю, сыкню, думаю, что это? Что за новый виток в наших отношениях? Да я хоть я... Сережка, я думаю, картошку можно достать, пусть остывает. Сейчас я попробую. Марат! О, Марат! Уксус? Нет. То, что сразу означает уксус. Потом вот так вот горчичка по языку, и все это вокруг меда. И кислинка, конечно, ой, очень даже. Ой, как голодно, конечно, ребята, мне вот уже тут. Ну, если честно, меда ты зажадничала. Ты полбанки фасоли съела. Меда ты зажадничала, если честно, чуть-чуть. А так нормально, нет, все хорошо. Нет, знаешь, ну, почему ты... я решил, что меда надо добавить? Потому что горчички чуть-чуть, она преобладает. А мне кажется, что здесь лимончика больше, чем всего нет, этого. На, попробуй. Я только что макал туда. А, макал? Да. Ну-ка я еще раз махну. Ну, в принципе, он и не должен быть. Сладость-то даст у нас буряк. Все, стоп, стопы, не надо ничего. Это должен быть нейтральный, ни в коем случае не заглушить. Очень именно классный. Шикарный именно вкус очень самих классный. Овощей. А в моем случае тунец, ему и так ничего ему, короче, уже хуже не будет. Шо? Хватит нам на эту миску этого соуса. Так это жижа для меня или для тебя? Это для тебя. А для вот этого? А здесь просто... Маслице? Любое масло, которое вы любите. Я люблю оливковое сюда давать. Можно пахучее вот это. У меня есть такое пахучее? Нет, то не надо. Что вы любите? Да там чистая макуха. Оливковое. Обычное подсолнечное. Оливковое я люблю больше всего винегрет. Давай Марата порадуем. О! А соевый соус? Не надо. У меня есть масло рыжее. Нет, Сереж, ну давай без экспериментов. Марат. А с базара тебе шишечки передали.
Какие шишечки? Я сам не знаю, но по-любому тебе, наверное, тебе же, наверное, надо. Только не клади их в салат. Это понял вот то, что шишки в меду. Ну дай ему назад. А ну стой. Она так и сказала. Шишечку утром, шишечку вечером. И все. Надо Свете передать. Да, 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 да. И потом, короче... И попадает тогда, все нормально, вора сразу же. И все потом хорошо. А куда тебе это всовывать? В рот. Ну ладно, давай. Сейчас узнаем. А послушный какой, смотри. Сразу открывает. Что не всунь, елки-палки? Вкусно? Дай-ка мне еще одну шишечку. Серьезно, надо ее поискать. Оно очень сладкое, мне не очень. Оно очень сладкое, можно. Марат. Блин, с чаем будет. Где мой чай? Вот он. А куда ты его дел? Ой, смерека, расскажи мне, смерека, чем растешь ты так далеко? Это мутые шишки. Чаримно. Маленькие шишки. Прямо именно оттуда. Сердце Карпат девочки привезли. А на киевском рынке не находится. Носками торгуют. Я думаю, тебе язык выпал, короче, от радости, елки-палки, что... Не, а как вкусно, я думаю, вот этот длинный. А я же не, может, шишечка выпала. Тихо, ребенка не возбуди. Две шишки. Ну как попробуй. Я не могу. А потому что она балда, елки-палки. Все время ржет. Прям чувствуешь. Берегитесь. Да? Слышишь? А. Круче, чем орехи. Так я теперь завидую белкам уже, елки-палки. Ты что, они грызут там полезное? Обалдеть. Мне не надо. Я по фасольке. Слушай. Мы там на базаре поржали. Шишечку вечером, шишечку днем. А на самом деле это вкуснятина. Может, и спина пройдет? А, Сереж? Там у тебя чвакает в ротовой пропасти. Это нормально? Что там, маэстро, нормально? Все. Шикардос? Да. Ура, и буря готов? Все. Практически готов. Вырубать души, пусть остывает. Хлобысь. А мы пока с тобой шишки пожуем. А, блин, да? С буряком. Не, классный. А вот эту мачмалу надо выбрасывать? Нет, я сейчас... Сосать надо. Я сейчас жую и думаю, что зато с навозом будет. Ты что, Серёжка? Давление будут с шишками. Еще и полезно. Маратик, композиция готова. Да, ребят, это... обязательно дать остыть. Да дали. Да. Горячим морковочка. Бурячок и картошка. Ёшкин кот. Прямо у узбеков так сухофрукты на привозе красиво не лежат, как у нас. Хорошо, что осталось теперь вообще? Почти ничего. Смешайте соус, все. По-братски, по половине, или тебе чего-то больше надо в твой салат? Чуть-чуть не больше, потому что у тебя тут присутствует тунец. И... Ладно, давай с тебя начнем. Короче, вот так вот я отгребаю сейчас. Для тебя, да? Угу. Могли бы и побольше делать винегретика. Катюша, ты нас... Две миски, это не... все время мало. А я говорил, что какая-то в ней внутри... Так, человек-то она хорошая с виду, а внутри какая-то баба в ней живет недовольная. Не-не, все нормально. Все нормально, я ссыпаю. Вот так вот сюда аккуратненько. Не ты ли нас с Маратиком шугаешь, чтобы мы готовили так, чтобы можно было сразу это все дело съесть? Просто это очень вкусно. Ну так ты делай акцент. А капусточку не надо даже... что-то добавлять, Марат? Нет. Какую? Квашеную? То, что у нас в ведерке лежит? Есть варианты, конечно, из капусточки. Так как угодно делают, родненький, как угодно. Так, это твой, ну теперь в мой тунец. А у меня вообще я могу... Я пока даже не мешаю. Хорошо, в свой вообще могу по-домашнему вот так вот делать. Угу. Как ты хотел. Да.
Фунь. Да, вот так. И готово. Упаковочки достали прямо с пергаментного листочка. Ну, красиво. И готово. Красиво. Выглядит очень красиво. Это, слушай, Катюня, мы с Маратиком уже аккуратненько пробовали эти все запчасти отдельно. Ну, буряк вообще ни с чем не сравнить. Это легкая альденте. Сахар такой вообще, елки-палки. Он же не вываривается, все остается вовнутрь. Смотри, в отличие от пергамента, то, что я выкинул, это я аккуратненько сполоснул. И до следующего раза. Вот хороший коврик придумали, молодцы. А что вы... Оливыча мне не достал. У меня есть именно чисто оливки, ты хочешь? Нет, мне нужно оливковое масло. Ой, Марат, Джан, смотри. На любой вкус, Марат. Ого. Сереженька. Не ожидала? Даже турецкое есть, то, что мы у бабушек покупали, понял? До сих пор осталось. Оно подмерзает, конечно, это знак качества. Это вот еврейское. С Израиля тоже. Может, самое качественное. Кинуть в духовочку. А это я столько что из дому вынес. А это, по-моему, Сережа... А, да, оливковое. Это тоже все этот? Это то, что мы дома эти вот салаты заправляем. Вот давай вот пустой, наверное, Марат. Вот это? Как сказать? Олио экстра вергине ди олио 100% Италия. Тоже... Слушай, оно быстренько схватывается. Вроде бы не сильно сегодня холодно. А ты знаешь, уже как-то прохладнее становится. Да сегодня вообще такой день был шикарный. Ой, ёханый бабай. Где перчатки мои зачетные? Ты признайся мне. А, прям новую вскрыл? А завитки в тебе сейчас. А мне ничего. Для тебя любой каприз. Да, и шо? А вы знала, говори, что сколько? На новое не претендовала бы? Давай пока все. А посолить? И, кстати, да, ты права. И один, несмотря на то, что здесь и есть поперчить. Огурцы, присолить надо. Чуть-чуть. Так, и посолить? Вот так вот, слегонца. Не чуть-чуть. Надо, потому что там, ну, чисто чуть-чуть. А свой я вообще посмотрю, может, вообще ничего не буду делать. Так хорошо, может, мне это обыкновенным маслом заправить? Или как? Так как, у тебя же соус, Сережка. Вот этот соус. Ты что, забыл? Не, ну каплю все равно же надо. Капельку масла, буквально капельку. Весь. А цвет, конечно, что у тебя шишки во рту. Идеальный. Вы так хорошо смотрите с этими мисочками, ребятки. Ну, Марат, в отличие от классического, то, что вообще привык мой глаз видеть, когда это все красное, буряковое. Ну, кто хочет, может больше буряка добавить. Не, мне кажется, он так не окрасится, Марат. Это за счет того, что вы выпекали кусочками. Ну, да, он же, когда вареный, он красит больше. А я говорил тебе, давайте 5, 6, 80 бурячков-то почищу, ешкин ты кот. Ну, ладно. Не, я думаю, по вкусу он будет нормальный. Я уже вот пробую прям. Прямо гет нетрадиционный. Шо? Я попробую. С тунцом. Дастишь, фантастишь. Говорит, а, была у тебя ложка? Так, чтобы все попало. Как заправочка тут пошла. Даже не скажешь, это винегрет, да? Угу. Что-то такое изысканное. Просто шикарный набор разнообразия. Так что, а что это, в рот не влазит тебе уже? Он в общую миску не захотел лезть. Да? Сюда даже масла не надо, не просится. Капелюшечку буквально, пару чайных ложечек. Все. Ну, классика есть классика, ребят. Только в классике горошек, а я вот мелкую фасоль. Если будет красная, будет еще красивее. Хочу сказать, что он кардинально отличается вообще от всего того. Так что здесь ты овощи жуешь, а там ты просто давишь, чмякаешь. Если вам надоел вареный винегрет, ребят, пробуйте. Это даже быстрее получается и вкуснее. Или, может, у вас воды в кране нет. Да? Главное, чтобы был газ в баллоне. А я же твой еще не пробовал. Ага. А ну дай. Со всеми делами.
Вкусно? Да? Вот это винегрет? Да. Это немножко другой салат на базе винегрета, да. Катя взяла большую ложку. Ой! Мохнатку береги. Я вот сейчас вспоминаю, но я вспомню. Как арбуз по-английски будет? Мелон. Мелон не суас. Не, мелон это дыня. Йоханный бабай. Watermelon. Кому? Watermelon не суас. Ну, салат с тунцом называется не суас? Ага. А кукурузы сюда еще добавить? Она все. Есть. Не надо. Тут елки-палки. А была бы еще, знаешь, такая есть сушеная стружка тунца. Как арбузик на самом деле здесь играет по-другому. Это... Ребят, нет арбуза, просто огурец. Ребята, но это арбузом. Не винегрет, это вот это именно watermelon не суас, потому что это просто бесподобище какое-то. Это именно винегрет. Сладости добавляет, конечно, фасолька очень сильно. А мне очень нравится, что вот этот буряк такой вот тягучий, я же говорю, этот салат, да, сахар остается. Мне вообще кажется, он не вываривается, а концентрируется, потому что даже самая маленькая... квадратик этого бурячка очень, такое ощущение, что ложку сахара всунул в себя. А здесь еще остринка от горчички такая играет красиво. А ну, наговорили. Ну, ты бахнул, конечно, класс. Не, вкусно. Как надо, оно должно хрустеть, оно должно встречать, оно должно мой сопровождать. Мой день начался с лука и закончится луком. Все, на этой ноте давай прощаться. Как это? Так как я твой парубок, можешь называть меня Чиполлино. Сегодня. Короче, друзья, я тебе души с хорошим настроением для вас сегодня. Чиполлинили? Готовили два салата, но получилось у нас что-то очень прямо аж сами обалдели, потому что, как это, не стесняйтесь, фантазируйте, и будет вам счастье, и будет точно так же вкусно. Главное не пересолить. Угу. Всех с наступающим. С нас для вас еще, я думаю, что в этом году мы что-то шлепнем там на коня уже, именно такую короночку, что-то какую-то вкуснятину вам дадим, чтобы вам было счастье, правильно? Что-нибудь придумаем. Эх ты, за нами и заживеет. От всей души с хорошим настроением. Для вас исполняли сегодня с шишками Марат и Одесский Липован. Всем пока-пока. Чао. Да. Блин, как вкусно. Это вкусно, это очень вкусно. Это очень вкусно. Можно, чтобы я с общей миски не ел? Да, это твоя, это моя, все. А, все. Подождите, моя. А моя? А ты просто снимала здесь сегодня. Катя, а ты потом сдул. Я сейчас дам тарелки вам, успокойтесь оба. Иди детей корми. Я поэтому и... Ты же даю, мать. Даю, Маратик, даю. Ты же мать, иди детей корми. Дети будут есть и мама. Туши, я сейчас сюда еще этого кукурузы добавлю.